Всем привет! Приехал на такой небольшой водоем попробовать половить окуня. В этот раз ловить буду на джиг-риг. Спиннинг тоже, фаворит Bluebird, тест 1,7 грамм, катушка Shimano Airness, 0,3 шнур и 0,16 поводок. Груз для начала 2 грамма. Там посмотрю. Ветер в лицо, но вроде добрасываю. На сегодня дождь передали, но пока утро дождя нет. Решил поехать, попробовать половить. Трава была. Может, что и получится. Была поклевка. Снова. Две поклевки. Была поклевка. Какие-то слабые поклевки. Есть снова поклевка. Это мелкий окунь. Или просто не сильно активный. Аккуратно берет. Поставил угрицу. Намного меньше. Тоже фиолетового цвета, пусть. Такого, как предыдущий энд. Но просто размер меньше. Кстати, что удобно в джиг-риге. Приманка отдельно меняется от груза. Просто с крючком снял, поставил. Есть. На забросе причем взял. Первый окунь. Да по-любому окунь. И вот он небольшой. Который все на шишку нашу бил, но не съедал. Вот за край губы. Зато поймал. Ветер усилился. Даже по забросу сильно заметно стало. Короче, стал. Может, скоро и дождь пойдет. Может, еще успею кого поймать. Второй окунь. Угрица. Вот. Ну что я говорил,
уменьшил приманку, так как были холостые поклевки. Вот второй снова за край губы. Совсем не хочет клевать. Ну и получается, как я сделал, цепляло много травы. С травой нет смысла проводить. Во-первых, ветер усилился, груз не набрасывал уже. Поставил 3 грамма обычную чебурашку. Так тоже можно ловить. Во-вторых, крючок поднял выше застежки. И уже траву цепляю меньше. Хотя разница буквально там сантиметр. Поклевки есть, еще один, наконец-то, совсем никак клев, но вот еще одного получилось, тоже за край, совсем не хочет клевать, весь вот мелкий, но главное хоть что-то клюет, уже веселее. Ветер совсем уже сильный, 3 грамма, даже точно забросить не получается, сносит. И спиннинг ниже опускаю, чтобы не так дугу выдувало. И окунь совсем не хочет клевать. С каждой точки вот только по одному получается. И то вымучивая. Главное, хоть как-то доклюет. Вот и зацеп. Наверное, будет обрыв. Да, обрыв. Буду перевязываться. Есть. Вот снова новое место и окунь. Небольшой. Пиявка на глазу. Клевка была хорошая. Резкая такая, удар. Но холостая. Немного трава повисла. Да. Уже повисла трава.
Да нет, такой же вначале показалось. Все какие-то небольшие сегодня. Но хоть клюют, хоть изредка. Кстати, весь побитый, видно, не видно. Здесь два шрама. Здесь бок обдертый. Ну что, рыбалку буду заканчивать. Время на рыбалку закончилось. Нужно ехать. Сегодня окунь клевал неактивно. С каждой точки по одному всего получалось поймать. Где поклевка, где окунь. И все. Ловил на джиг-риг. На этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Всем пока!